Сменить профессию и стать дизайнером, парикмахером или бухгалтером предлагает столичный центр занятости населения тем, кому за 50. Для них заработала специальная программа обучения. В программе 27 направлений. Курс обучения в среднем занимает 3 месяца. Учиться можно очно, заочно и дистанционно. Вариантов попасть на переподготовку несколько. Через работодателя, центр занятости населения или само образовательное учреждение. Получить новую профессию могут те, кому до пенсии осталось не больше 5 лет. При этом не имеет значения, работает в данный момент человек или нет. Долгое время я работала специалистом по реабилитации инвалидов в одной организации медико-социальной экспертизы. Сейчас, спустя более 20 лет, решила поменять сферу деятельности, освоить новую профессию специалиста по охране труда. Потому что сейчас, в нынешнее время, это очень актуальная профессия, очень нужна, и я считаю, очень важная и необходимая в нашей такой водоворотной стране и в такой водоворотной жизни. Во время обучения выплачивается стипендия – 12 тысяч рублей в месяц. Программа, помогающая переобучиться людям старше 50 лет, будет работать до 2024 года. На реализацию проекта выделено более 180 миллионов рублей.